Нужно ли было брать разрешение на строительство пристройки? Рассмотрим ситуацию дачника. Если вы к дому пристроили террасу без фундамента, нужно ли в таком случае брать разрешение на строительство вашей террасы? Согласно подпункту 2.1 части 17 статьи 51 ГРК, выдача разрешения на строительство не требуется для строительства реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Другими словами, объекты без фундамента не подлежат регистрации. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч. Пока-пока.